Все уже уснули, и я в гостиной. Знаете почему? Потому что здесь уснула Ками. Это крайне редко такого бывает, что она засыпает не на своем месте. Но если такое случается, то мы ее не переносим. Она спит там, где она засыпает. Я ем мороженка, которую я купила, когда пошла за хлебом. Все мои уже свое съели, и осталась моя порция. И сейчас, наверное, включу себе турецкий фильм. В последнее время подсела на турецкий фильм. Девочки, советуйте какой-нибудь интересный турецкий фильм, который вы уже посмотрели, и он вам очень понравился. Вообще, турецкие фильмы, они очень душевные. Когда я их смотрю, я и плачу, и осмысливаю жизнь по-другому. Очень-очень классно, когда у вас какие-то проблемы, психологическая нестабильность. Когда вы в тупике, да, посмотреть турецкие фильмы, они действительно заряжают энергией. В общем, буду кушать вкусное мороженое, у меня лакомка шоколадная в шоколаде. Добрейшего всем утра. Влог у меня начинался с того, что ложимся спать. А теперь продолжаем с того, что проснулись. Камя хорошо очень ночью спала. Не дергалась, не пиналась. Обычно она спит, как юла, просто. А эта спала хорошо, видать, устала очень сильно. Сейчас у меня глаз слезится. Время сейчас 9:30 утра. Я проснулась без 28, но лежала, чтобы не разбудить Ками. Ну, ей как-то не особо хотелось вставать. Но сейчас надо вставать и делать великие дела. Нужно пересиливать себя и уже вставать. А то так можно лежать, знаете, очень-очень долго. Сейчас открою жалюзи. Там солнышко на улице светит. Красота. У нас здесь соседний двор поставил очень красивую беседку. Правда, вход туда будет только для тех, кто живет в этом доме. Благо, знакомая моя живет. Может, они там, если будут сидеть, то и мы к ним можем присоединяться. Молодцы они, конечно, так вот за своим двором ухаживают. И чистенько у них, аккуратненько. Наш какой-то вообще богенький. Ну да ладно. Сейчас буду убираться, как всегда, так много уборки. То вот так вот я вчера уже просто мне было лень встать. Это все убрать по местам. Мой ночной крем и крем для кожи вокруг глаз. Какая бы я ни была уставшая, девочки, я всегда ухаживаю за кожей, за телом, за всем, за собой, в общем. Сегодня на завтрак манная каша. Что-то я, кажется, здесь переборщила со сливочным маслом. Но так попробовала, на вкус очень вкусно. И кофе. Пока мои спят, можно поесть тихо, спокойненько. Детям каждый день даю вот такой вот БАД. Это Новамин, антиоксидантный комплекс 30-летней истории. Можете нажать на стоп-кадр, посмотреть состав и что содержит одна капсула. Каме прописали витамин С, Е и А. И как раз в Новамине это все содержится. Так как она вот такие вот капсулки выпить не может, жевать она их тоже не хочет. Поэтому очень удобно. Вот такой порошочек получается после того, как вы высыпаете ампулку. Набираю в шприц воды, размешиваю, и она пьет. В принципе, она бы и таблетки бы не ела. Это если отдельно С, А и Е давать, да. Ну или даже если все вместе, она уже эти таблетки есть не хочет, честно говоря. Толочь их неудобно. Вот такой вот формат, ну, для Ками очень-очень удобный. Сейчас она немного приболела. Раньше я ей давала, когда она не болела, по одной капсуле. И вот сейчас она приболела. Мы пьем по две капсулки, то есть утром и вечером. И детям в качестве профилактики по одной капсулке. И я с мужем тоже вот начали пить. Это от Соберен Wellness.
Девочки, мне очень нравится продукция Siberian Wellness. Она действительно качественная, и при этом цена намного доступнее, чем в аптеках. Здесь 120 капсул, и как бы цена очень тоже хорошая, и качество, что немаловажно. Я как пуделек. Мне надо сейчас вытянуть волосы, собрать это все в гульку. Одну бровь почти накрасила, а вторую нет. Смотрите, когда она у меня накрашена, и мои реснички как красиво смотрятся, да? Более гармоничнее, более ярко. Мне написали, что я люблю заниматься самолюбованием. Девочки, таки да, я люблю себя. И вам советую полюбить себя. Потому что раньше я была просто как загнанная лошадь. Работа, таскала тяжелые пакеты, не любила себя, не ухаживала за собой. И я вам хочу сказать, что я раньше выглядела хуже, чем сейчас. Поэтому я не хочу возвращаться к той жизни. Я хочу жить, любить и радоваться жизни. И вам советую, чем такие глупости писать, лучше наоборот, начните себя любить. Вот сейчас покажу, во что я одета. У меня такой комбинезончик сейчас. Сюда, конечно, по-хорошему еще нужен пояс, но я не знаю, где я пояс потеряла, посеяла. Ну, буду без пояса. Камя спала, пока я собиралась, уснула. Да? Себя не очень хорошо чувствует. Мы сейчас с ней хоть немножко погуляем. Пошли мою ляпочку. Давай, спускайся сама. Сама спускайся. Давай, молодец. Давай, открываем дверь. Ушко чешется. Смотри. На кнопочку нажимай. И дверца открывается. Выходи. Давай, держись. Что-то мелкие сопельки появились. Завтра мы собрались на Фиолент в Севастополь. Ну, что-то, наверное, у нас это все дело отменится. Да и погода что-то пасмурно. Как-то непонятно. Вроде как и дожди планируются. Кирюша гуляет с Кариной, с Машулькой. А мы с Камей, да, Камилочка? Да. Что, пойдем еще, Камилочка, тебе что-нибудь от кашля купим? Все. Держись двумя ручками. Решила с Камилочкой сходить в аптеку, купить ей что-нибудь от кашля. Думала, погуляю и потом без нее схожу. Решила уже сходить с ней. Что вы детям даете при мокром кашле? Девчонки, напишите, пожалуйста. Сейчас купим от кашля. У нас закапывать носик есть. А еще хочу сегодня пюре с говяжьей печенкой. А детям сосиски. У меня еще есть супчик чечевичный на обед. Жирко из домашней курицы. У меня дети не едят печенку ни в каком виде. А вот. Ни печеночные котлеты, ни печеночный торт. Не жареную печенку с луком, что-то никак. А я вот что-то захотела печенки. Сейчас я нас с Камилочкой еще. И зайдем сразу по пути на рынок. Да, Камилочек. Камилочку можно возле мамы моей оставить. В принципе-то, если она будет сильно баловаться. Так, сейчас купим в аптеке средства. И пойти надо еще денежку снять. Меня спрашивают, зачем снимать деньги с карты, если можно рассчитываться картой. Ну, согласна, это такой магазин, а на рынке-то у нас такая наличка. Поэтому я снимаю деньги, а продукты я стараюсь покупать на рынке. Камилочка умничка, вела себя хорошо. Мы с ней даже сходили в аптеку. И вот у меня здесь видно, не видно. Пакетики. Купили даже недостающие продукты. Да, Камилочка, ты такая хорошая девочка. На улице непонятная погода, душно очень, дышать нечем. Где-то даже прохладно, и вот такая вот давит. Наверное, дождик будет. Покажу вам, что нам порекомендовал фармацевт в аптеке. Мы никогда не покупали этот сироп. Она говорит, очень качественный, стоит он 190 рублей. Препарат для устранения кашля на фоне простудных заболеваний и гриппа. 90 мл на растительных препаратах. Так вот он выглядит. Вот здесь вот дозировочка, кому сколько и когда. Ну вот Камилочке от 8 до 18 лет, ну это и Кирюше, и Карине,
Ну, Кириша как бы от 3 до 8. А вот Каме от 8 до 18 и Карине тоже по одной чайной ложке 4 раза в день. Вот сейчас я ей попробую дать. Если кто-то покупал своему ребенку такой препарат, и, кстати, этот препарат можно и взрослым тоже, то напишите, как он по эффективности. А мы вышли на вечернюю прогулку. Как вкусно пахнет. Вообще обалденно. Кофейня Джавар. Красота. Чё? И ароматы здесь вкусные. Мальчик какой молодец. Ничего себе. Класс. Детям будет очень интересно. Народа очень много. Булочки старинного города. Красота. Да оно уже давно. Ты не видел? Красиво. Не, в старом городе очень красиво. Сфоткать тебя? Пошли. Идем посмотреть турецкие бани. Кстати, ни разу их не видела. Сюда ж? Местные, блин. Крымские киносы. Да, кстати, здесь крымская кухня очень вкусно готовят. Чебуреки. Мы здесь, кстати, мы здесь праздновали Камилин день рождения годик. С Настей были. Первый раз. Улица Фиета. Прогуляйте с нами по нашим старинным улочкам. Здесь вот прям гулять, отдыхать душой. Красиво. Вдохновляться историей. Вы решили, вы идете к яхт-клубу? Да, ты, значит, за нами, правильно? А, нет, это вы за мной. Ты же там боишься? Так мы, может, на машине проедем туда? Да, ну давайте прогуляемся, ребят. В каком веке... Ну, давайте. Гуляем вместе. На своих крепких, любимых, здоровых ножках. Да. О, как хорошо. Движение полезно. Системе. Для какой системы? Я не выговорил, ну все ясно. Такое палево. Да, пойдемте по улочкам красивым. Пойдем. А ты уверен, что мы направо пройдем? Да, да. Просто дальше по улице. Пока не забыла, сразу отвечу на такой вот вопрос, мне часто его задают, почему я снимаю на Samsung, что с моим айфоном. Сейчас я снимаю на iPhone.
Иногда я снимаю на Samsung. Например, утром я чаще всего снимаю на Samsung, вечером я снимаю на iPhone. Не знаю почему, но как бы два телефона, чтобы тут тоже не пропадал. Поэтому снимаю то на другое. Спрашивали, как мне 11 iPhone. Конечно, мне очень нравится качество видео, качество фотографий, качество звука. Вообще все восхитительно. Мне нравится, девчонки. Красота. Короче, эти сусанины завели куда-то. А вон мечеть, минареты видны. Вот пошли. Ох, здесь бы не убиться. Что, ребят, кто там хотел, кто думает, что купить iPhone или Samsung, рекомендую iPhone. Качество мне очень нравится. Ты маньяк? Да, маньяк. Я, короче... Смотрите, ребят, он меня заманил. Подожди. Ну, ты снимаешь просто так на YouTube, что ли? Я снимал. Трынди-трынди. Я не снимаю тогда, все. Ладно, он хороший парень, не маньяк. Красота. Мы теперь дальше думаем, как там пройти. О, ну прикольно сделали, смотри. У нас пролетарского или володарского? Володарского. А, да, ну да. О, вот сколько нам потом возвращаться, ребятки. О, да. Я вам хочу сказать. Да-да. Нехило мы сходили по улочке, прогулялись. Здесь реально лабиринт. Смотрите, какие улочки. Много людей, то да, будет выгодно. Идем на пирс. А что вы там остановились? Малибу. Мистика. А вы можете меня сфоткать? Вот, я хочу здесь, но на мой телефон, да. Вид отсюда просто потрясающий. Вот эти вот домики на выезде. Красота. Церковь, мечеть. Рядышком. Это вот означает, там недалеко синагога, дружба народа, дружба веры, что нет плохой нации, есть только плохие люди в каждой нации. Поэтому давайте не будем людей делить по нациям, только по поступкам. Красиво, очень, очень красиво. Раздают дороги вот такие вот листовки, акваленд, аквапарк. Смотрите, какой в самом центре Евпатории. И что там есть? 5 бассейнов. Мы 2 раза уже были, а хотим в этом году еще раз посетить. Шоу-программы и по ценнику. Смотрите, и крымчанам вход по 800 рублей. Аренда камеры 100 рублей. Вот ценник. В Вале очередь за чебуреками всегда очень большая, потому что самые там вкусные чебуреки.